Лучших врачей Новосибирской области сегодня чествуют в правительстве региона. Профессиональный праздник прошел, но поздравления не заканчиваются. Медикам со всей области вручают ордена, медали и почетные звания. Подробности далее в сюжете. В правительстве Новосибирской области собрались светила медицины от лаборантов районных поликлиник до главных врачей больниц региона. Игорь Юрьевич Паутов сегодня сменил рабочий белый халат на костюм. Стаж работы 36 лет, из них 32 года в городской клинической больнице номер один. На его глазах прошла революция в оснащении техникой и инструментами. В настоящее время наша служба оснащена суперсовременной техникой. Это мультисъезды, компьютерные рентгеновские томографы. Их достаточно много поставлено, не только в городе, но и в области. И я думаю, что во многом наша специальность оказывает огромную помощь врачам лечебной специальности. Вообще рентгенология, примерно диагнозов 80-85% устанавливается с помощью нашего метода. Игорь Юрьевич сегодня получает государственную награду – орден Пирогова. Их вручают медикам за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. Во время пандемии новосибирские врачи работали сплоченно и слаженно. В эти годы мы вместе с вами не только боролись с пандемией, а продолжали развивать наше здравоохранение. И в том числе думали, оценивали, переоценивали ситуацию. Правильно расставляли приоритеты нашего дальнейшего развития. До некоторых вещей дошли руки, в других обстоятельствах они, может быть, еще годами не дошли. Например, в вопросах цифровизации, удаленного контакта с пациентами, повышения эффективности работы первичного звена. Мы, наверное, два больших шага сделали за это время. Медаль за заслуги перед Отечеством, медаль Луки Крымского, почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Все эти награды получают самые достойные. На их счету сотни спасенных жизней, тысячи верно поставленных диагнозов и миллионы благодарностей от пациентов. Иногда ваше доброе слово, наверное, лучше любой таблетки или укола. Поэтому спасибо вам за вашу душевность, за вашу, наверное, все-таки такую человечность. Я хочу пожелать вам всего наилучшего, добра, здоровья вам и вашим семьям. Ну а дальше все они вернутся в свои поликлиники, будут, как и прежде, лечить и помогать нуждающимся. Ксения Петренко, Сергей Жданов, новости ОТС.